Глава городского округа Андрей Булгаков принял участие в акции «Сирень Победы» в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. В мае 45-го года советских воинов-освободителей, возвращающихся домой, встречали душистыми ветками сирени. Высаживать ее, отдавая дань памяти и уважения тем, кто ковал великую победу и смог отстоять свободу нашей Родины, стала доброй традицией для нашего городского округа. В мае этого года Сиреневая аллея появилась в гимназии номер 2 в микрорайоне Солнечный вместе с председателем Совета депутатов Щелкова Марией Тарасовой, ветеранами войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, представителями общественных организаций. Глава округа высадил кусты сирени на территории школы. Их цветение из года в год будет напоминать школьникам о подвигах, которые совершили их прадеды.